Да, дальше протягивается довольно логичный от этого ниточка к Вагенеру, который, в принципе, для меня один из главных авторов, постоянный, к чьим текстам я постоянно возвращаюсь, который тоже неотъемлемо связан с тем, что я говорю, потому что в чем сюжет вообще творчества Вагенера? В том, что он описывал некую утопию сообщества, находящегося внутри гибели, в его случае некой гибели большой культуры, которая как раз спрессовывает давление этой смерти, спрессовывает весь этот мир, полностью перестраивает в нем все отношения между вещами, между словами, между сюжетами. И одновременно создают совершенно новые человеческие отношения. Его, в общем-то, трагедия в том, что я рассказываю,